Сибирская язва, туберкулез и другие опасные болезни жителям области не угрожают. В прошлом году специалистами управления ветеринарии удалось полностью обеспечить защиту населения. Об этом сообщил руководитель ведомства Сергей Чучалин. Уже больше 20 лет особо опасные болезни на территории региона не регистрировали. Кроме бешенства, это заболевание продолжает распространяться среди диких и домашних животных. По сравнению с прошлым годом, рассказывают специалисты, ситуация ухудшилась. Почти на 50 случаев было выявлено больше. Сейчас в 22 районах области зафиксировано бешенство животных. И география заболеваемости, рассказывают специалисты, тоже увеличивается. У нас вот сейчас Уричевский район, да, вот декабрь, январь, вот опять последний случай, Уричевский район. Но те районы, которые разложили вакцину, вот осеннюю, да, раскладку сделали, ну, слава богу, они пока благополучны, да, вот у нас сейчас задача закрыть все неблагополучные пункты по бешенству, снять ограничения. Вот весной мы разложим снова вакцину, вот 690 тысяч доз. Будем проводить работу по иммунизации сельхозживотных, опять же, собаки, кошек. Вот. И все-таки я уверен, что мы количество случаев бешенства снизим.